Ловись, рыбка, большая и маленькая. Рыбоводческий потенциал Тобольского района сегодня оценили депутаты областной думы. Проще снимать. Вместе с коммунальными услугами тратить придется не больше 15 тысяч. Комплекс арендного жилья может появиться в Тюменской области. Летние каникулы – скрытая угроза. Ребенок может и не знать правил дорожного движения. В Тюмени дети стали чаще попадать под колеса машин. Учитывая все пожелания. Наглядный пример сотрудничества общественности и власти при разработке проекта благоустройства. В Тюмени приступили к глобальной реконструкции скверов. Об этом и не только смотрите сегодня в 18 часов на канале «Тюменское время», а также в 19:30 на РЕН-ТВ.